Вот вам, пожалуйста, пример идеальной ремонтантной малины. Почему я говорю идеальной? Потому что вы можете оценить, насколько чистые, насколько крепкие, здоровые растения дает сорт бриллиантовый. И насколько ягоды крупные, вкусные, блестящие, товарные, универсальные, трансфертабельные. Вы можете это оценить сейчас воочию. Вот можете поглядеть на наш маточник второго года. Ягоды все усыпано. Еще только первое число августа уже ягода начала созревать. Зреть будет до самой зимы постепенно. Сорт очень-очень урожайный. Не колючий. Опоры он в принципе не требует, потому что вы можете посмотреть, что ягода не ложится. Шпалера это лишняя для этого сорта. Как эталон ремонтантной малины, русской ремонтантной малины, можно приводить в пример сорт бриллиантовая спокойно. Тут даже вот я вам ветки собрал. Вот, посмотрите. Вот. Тут все то же самое, все крупное, все большое. Вот вес. Идет созревание, там все выровненные ягоды. Ягода не уменьшается, этот сорт ягода не становится мельче. При любых климатических условиях, при любом плодородии почвы, ягода имеет одинаковый выровненный размер. Это ее плюс. Вам не надо будет в ящичках там перебирать ее, если вы ее собираетесь реализовывать куда-то оптом. Вот она. Идет она там, допустим, 10 грамм, и она вся вот такая, один в один. Я даже без переборки вам просто буду вот рвать. Вот. И к осени она будет наливаться еще крупнее. Первая даже не самая крупная.